В рамках правового просвещения населения прокуратура города Хасавюрт в социально-реабилитационном центре города провела разъяснение о законодательстве социальной реабилитации несовершеннолетних детей. Соблюдение законодательства несовершеннолетних показало, что зачастую специализированные учреждения для несовершеннолетних необоснованно принимают решение об отказе в приеме несовершеннолетних, в том числе ссылаясь на отсутствие документов, удостоверяющих личность их. Однако, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 года об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации, установлено, что основными задачами таких учреждений является осуществление профилактики, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также их социальная реабилитация. Данное учреждение обязано принимать несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 18 лет круглосуточно, как обратившись самостоятельно, так и по инициативе родителей, а также в том числе по другим основаниям, предусмотренным законодательством.